А сегодня, друзья, я вам покажу такой велосипедик. А сегодня, друзья, я вам расскажу про электровелосипед. Значит, так, с чего начать? Ну, начнем с того, что он, как обычный велосипед, имеет 7 скоростей. И на нем можно ехать так же, как на велосипеде. Если вам тяжело в гору, то значит, у него имеется такой моторчик. Включайте его, вот он показывает заряд, что сейчас на 4 лампочки полностью заряжен. И вот эти вот лампочки — это мощность, значит, самая сильная мощность, первая слабая мощность, ну и так далее. Мягкое сиденье с кожзаменителя, удобный багажник. Вы на этом велосипеде едете как на мопеде. Единственное, что вы так и остаетесь пешеходом. Можно заехать в парк, проехать по парку. Если там кому-то не понравится, вы можете просто слезть с него и везти его рядом. Можно заехать на тротуар, обогнать машины какие-то, не стоять в пробке и так далее. Вот здесь находится аккумулятор 10,5 ампер, сумка для ключей, можно положить ключи. Здесь вот лежит тросик, чтобы его где-то пристегнуть. Ну и также там шестигранники кое-какие. Крылья, чтобы грязь у вас не обрызгала. Светодиодные фары. Такая. Также, значит, вы можете и ночью на нем ехать. Ну, или, по крайней мере, вас будут видеть водители. Дисковые тормоза механические. Задние дисковые тормоза. Передний амортизатор. Также его можно заблокировать. Не амортизирует. Блокировка такая, да. Ничего, начинает амортизировать. Ручка газа. Когда мы включаем моторчик, на газ давим. Я помогаю педалями, также он едет. Один, не знаю, ветер, ничего слышно не будет. Сигнал есть. Сильный ветер дует в камеру, когда быстро едешь. Ну а так. Я сейчас вообще не кручу педалями. Могу помочь. Ну, сейчас на первую скорость. Сейчас. Прибавим самое сильное.
ее надо на ходу прибавлять. Можно также по бездорожью. На одном аккумуляторе. Эльтреко XT750. Горный велосипед для взрослых. Цепной, а также есть мотор 350 Вт. Скорость развивает до 35 км в час. А заряда аккумулятора 10,5 ампер хватает на 50 км пробега. Колеса 27,5 дюймов. Друзья, если что-то я забыл сказать, спрашивайте в комментариях. А я на этом заканчиваю свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Сухов. Пока-пока.